Православные отмечают Крещение Господне. Это один из главных праздников в нашем церковном календаре. Первое и важнейшее христианское таинство. В Чебоксарах, как и по всей России, этой ночью многие окунались в прорубь. За неподдельными эмоциями наблюдала наша съемочная группа. Всего минус 10-13 градусов. Погоду на крещение в Чувашии в этом году нельзя было назвать морозной. Однако раздеться и залезть в прорубь зимой – в любом случае маленький подвиг. Все отлично. Очень-очень холодно. Ощущения отличные, замечательное настроение, бодрое. Морально очистился как будто. А так холодно вообще. В Чувашии подготовили около 70 официальных мест для купания. Там дежурят спасатели, медики, оперативные службы. В Чебоксарах купели, по традиции оборудовали у Свято-Троицкого мужского монастыря. В этом году мы подготовили традиционно на этом месте 4 купели. Все эти купели были обновлены полностью, деревянные конструкции, подходы к трапу. Новые изготовили кабинки для переодевания. По просьбе со стороны МЧС было выделено 2 палатки. Это для обогрева, для посетителей. Среди тех, кто набрался смелости, была и наша коллега, корреспондент чувашской редакции программы «Республика» Мальвина Петрова. Те, кто не смог окунуться минувшей ночью, еще смогут это сделать. Празднование Крещения Господня на местах купания будет проводиться в течение 3 дней, до 20 января, до 18 часов. Силы обеспечения, спасатели, медицинские работники будут на месте, и поэтому можно смело, без опаски приходить купаться. Тем же, у кого есть медицинские противопоказания, воду все-таки лезть не стоит. Тем более, что грехов это не смоет, отмечают представители духовенства. Верующий может просто прийти в церковь и помолиться. Ольга Пырычкина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев. Республика.